Мы находимся на территории Тихорецкого индустриального техникума. Мы сегодня здесь собрались по прекрасному поводу. Мы проводим обучение, международный семинар для преподавателей учебных заведений из России, Беларуси и Украины. Семинар проходит в течение 3 дней, и первый день, теоретическая онлайн-часть, идет вещанием на все 3 страны. Тема семинара – двигатель D4, D8. Один из них – D6, расположен сегодня рядом со мной. Мы его передали в учебный класс Тихорецкого индустриального техникума. И 3 аналогичных агрегата также поступили в колледже Набережных Челнов, колледж имени Поташова, в колледж современных технологий в Москве и в Раменский колледж. Те гости, которые сегодня присутствуют очно, будут иметь также возможность попрактиковаться в течение 2 последующих дней под руководством нашего технического специалиста Александра Штина. Значит, в теоретической части курса мы рассмотрели общие принципы работы дизельных двигателей, соответственно, детально рассмотрели топливные системы, системы подачи воздуха, системы смазки двигателей. Для практической части мы это все рассмотрим вживую. То есть вот этот двигатель будет полностью разобран. Все компоненты, которые мы видели в теоретической части на анимациях, картинках, посмотрим, как они выглядят, регулируются, работают на живом двигателе. То есть по завершению курса все участники будут иметь практические навыки по работе с дизельными двигателями Volvo. Мы очень рады от лица компании Volvo Construction Equipment иметь возможность поддерживать подобные учебные заведения, потому что действительно мы остро ощущаем, что наши клиенты нуждаются в квалифицированных кадрах, как операторах, так и механиках. А в современном мире с современными технологиями это не просто механики, это уже диагносты строительного оборудования. Безусловно, очень гордимся тем, что колледжи идут на сотрудничество вместе с нами. Постоянно ищем новые возможности для взаимодействия. В том числе этот семинар – это как один из проектов, который родился при передаче оборудования учебных классов. Опыт такого уровня, безусловно, у нас первый. Сам тренинг, который сейчас осуществляется, он очень интересный и увлекательный. Проводить подобные мероприятия очень бы сильно хотелось бы и расширить сотрудничество с представителями Volvo в плане уже не только одного компонента машины, но и машины в целом. Очень важно поддерживать стандарты современного профессионального образования. И важно, чтобы те студенты, которые обучались сегодня, они получали высококвалифицированные навыки и знания, потому что в будущем они идут работать к нашим клиентам, к нашим дилерам. И мы, как производитель техники, действительно заботимся о наших клиентах и считаем, что они должны получать высококвалифицированные кадры для работы с нашими машинами, для того, чтобы не было никаких простоев, никаких поломок. И все регламентные работы проводились высококвалифицированными кадрами.